Привет! И сегодня у меня будет прогулка с моей подругой Соней. Сегодня очень хороший денёк, солнечный, теплый. Я буду кататься на велосипеде, она на роликах. И давайте ждать ее звонка. Все решится, когда она мне позвонит. Ждем. Она мне уже позвонила и сказала, то, что сейчас ее мама к моему дому привезет. И мы пойдем на спорткомплекс, где там рампы. Мы будем кататься там. Ждем приезда Сони. Соня, ты все мороженое должно быть? Да. Там моют окна. Да? Там только стеклянка была. Да не, ну а дверь? Мастер. Угу. Мы пришли на рампы, а тут много мальчиков. И нам как-то не очень кататься. Вот там. Да, сидим. Итак, мы пришли ко мне домой и поиграли, сняли видео. Надеюсь, я его выставлю. Вот так вот прошел мой день. Это было очень весело. Поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на канал Сони. Нам будет очень приятно. И всем пока!